пишут? Да, друзья, привет. Мы находимся на Custom Bike Show в Азазуле, Германия. Достаточно большая выставка. Даже не знаю, сколько здесь кастом байков. Здесь, в общем, около 3-4 полноценных залов. И есть еще минус первый этаж и второй этаж, в том году их не было. Вчера мы здесь ходили где-то 6 часов, и мы посмотрели процентов 70. Сегодня, в воскресенье, мы добиваем оставшиеся 30%. И это просто мы подходим к мотоциклу, и то не каждому, и это где-то 30-60 секунд, наверное, мы тратим на каждый мотоцикл. Быстро отфоткали, и только самые изящные, необычные, интересные мотоциклы, только на них заостряем внимание, но это минута, две, там, не больше. Также здесь выставлены различные дилеры. По моему ощущению, в том году их было больше, ой, Honda, Suzuki. В этом году из глобальных я видел Дэвидсон, и там дальше Yamaha. И фишка на этом байк-шоу такая, что они не выставляют свои серийные мотоциклы, они берут за базу, за Honor свою, свой бренд. Yamaha берет, соответственно, Yamaha, Harley, Harley. И на этой базе строят кастомы, выставляют свои кастомы вот на эту выставку. Поэтому здесь интереснее, чем на других выставках. Мы не смотрим новинки и серийные байки, а смотрим байки закастомизированные официальными дилерами. Но также здесь много разных обычных таких контор. Там Льюис, Бат Литопия, Йолинс, Мотогаджет, ну и все в таком духе. Из глобальных, это, наверное, Зодиак, там, и еще парочку. Ну и, соответственно, вот секция Thunderbike. Мы, кстати, являемся их дилерами. Очень классные ребята. В том году, по-моему, им исполнилось 35 лет. Ну вот как-то так.